Уважаемые коллеги, вчера мы были в Одессе на консультации, а сегодня мы уже отгружаем саженцы абрикоса на полукарликовом подвое на Мелитополь. Вы посмотрите, какая корневая система. Из прикопа. Вы посмотрите, какие саженцы однолетки на полукарликовом подвое. Высота тут, я боюсь сказать, какая. И уже каждая ветка имеет плодовое образование. Так что, уважаемые коллеги, присоединяйтесь. И смотри, уже начали погрузку. Значит, уважаемые коллеги, продолжаем грузить абрикос на Мелитополь. Вы посмотрите прикоп. Глубина прикопа 90 сантиметров. Опилки, смесь опилок и немножко торфа из земли. Таким образом, очень хорошо зимуют саженцы. Достаточно. Очень хорошо саженцы зимуют. Корневая система бомба. Однолетние саженцы прекрасные. Мы рекомендуем хозяину на полукарликовых подвоях садить этот абрикос по схеме 4,5 на 2 и делать жесткую обрезку каждый год, чтобы на молодых веточках росли крупные абрикосы. Эти абрикосы, они поспевают, есть тут сорта ультраранние, которые поспевают 10 июня. Есть сорта более позже, которые поспевают 20 июня. И, в принципе, до июля месяца полностью хозяин будет реализовать эти плоды. А уже в июле месяце немножечко цена на абрикос падает. И потом пойдут уже поздние сорта абрикос. Это сентябрь, август, сентябрь месяц. Уважаемые коллеги, тему продолжаем. В Мелитополь отгружаем саженцы. Вот сейчас вы видите на полукарликовом подвое абрикос сорта «Цунами», полностью в товарном плодоношении, полностью в плодовых образованиях. Мы весной его еще немножечко, значит, проредим. Вот, и этот абрикос уже будет в полном товарном плодоношение. Он еще не обрезанный, будет обрезаться весной. Будет обрезаться весной, будет удаляться центральный проводник, чтобы солнце освещало все боковые ветки. И он будет формировка похожа, как на KGB. В принципе, абрикос вот таких, это серия Benoit Escandé. Эти абрикосы, вся эта серия, их можно формировать по методу KGB и по методу UFO. И вот смотрите, на полукарликовых подвоях эти абрикосы как посажены. Метр. Через метр. В ряду через метр. Ну и высота тут, в принципе, можно держать высоту и 2 метра, и 2,50. Вот. Но с такого абрикоса тут солидный урожай. И заявлено, что вес этого абрикоса 50 грамм. И оно точно. Точно абрикосы. Мы взвешивали абрикосы, и они точно по 50 грамм. Вы посмотрите, сколько плодушек. Прореживать завязь надо будет. Надо будет прореживать завязь. И тут прореживать завязь придется вручную. Прореживать завязь. Какую будем рекомендацию? Схему посадки в Мелитополе? Схему посадки в Мелитополе. Там почва у хозяина супесь. Немножечко глинки есть, супесь. Я думаю, между рядя 4,5 и в ряду 2. Для промышленного сада и в ряду 2.